Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Была я вчера в магазине Леруа Мерлен на улице Даватора. Это недалеко, минут 15-20 ходьбы. И подзарядилась новогодним настроением. Здесь все так уже все украшено красиво. Иллюминация, новогодний декор, много елок. Как-то я почувствовала, что Новый год довольно-таки скоро, хотя больше месяца еще. Много цветов. Вот как украсили вверху. Пуансеттия или рождественская звезда. Какая милота. Очень много игрушек. Санта-Клаусов, Дедов Морозов, всяких гномиков. Алаказия. Шикарные бегонии. Какая интересная алаказия. Ну и рождественская звезда, пуансеттия. Много-много-много везде. Очень много пуансеттии. Очень много новогоднего декора. Очень много искусственных елок продается, украшений, игрушек.
А это натуральные елочки. Маленькие. Это опять искусственные. А здесь орхидеи, их совсем мало. Всего один стеллажик орхидей. И выбор маленький. Выбор маленький, а цены высокие. Антуриумы, много декоративно-лиственных, кипиаструмы. Натуральные сосенки.
На входе в Леруа Мерлен вот так красиво украсили тоже. В общем, я почувствовала новогоднее настроение. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго!